новостям культуры. В США стартовала новая благотворительная акция «Я буду твоим другом», целью которой является сбор денег для голодающих детей Африки. Любой желающий может скачать сингл Боба Марли под названием «High Tide or Low Tide» за $1.29. На официальном сайте акции песня сопровождается видеонарезкой, на которой показаны лишения африканских детей, болезни и голод. На сайте любой желающий может сделать пожертвование в пользу акции. Звезды шоу-бизнеса уже присоединились к акции и рассказали об этом в своих блогах. Друзьями африканских детей стали Леди Гага, группа U2, Эминем, Рианна, Пол Маккартни, Элтон Джон, Мохаммед Али, Мадонна, Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, Стинг. Все они сделали пожертвования и предлагают фанатам последовать их примеру.